В течение 4 недель в Каспийске на базе «Анжи-Арены» проходил турнир по мини-футболу, приуроченный ко Дню города. Команды состояли из каспийских участников. 7 октября состоялись финальные игры, где был определен победитель. Отметим, что организаторами являются администрация города при финансовой поддержке строительной компании «Стандарт Реалти». Благодарю всех участников нашего мини-турнира, который проходил в течение 4 недель. Благодаря «Стандарт Реалти» состоялся этот турнир. Огромное спасибо им. Этот турнир будет проходить ежегодно. Хочу поблагодарить пожать руку. Действительно, человек поддержал. По итогам финального матча первое почетное место заняла команда «Каспий» и выиграла 100 тысяч рублей. Для второго и третьего места призовой фонд составил 40 и 60 тысяч рублей. Полностью игрой доволен. Можно сказать, на 100%, ну, исключение все равно и там эмоциональных моментов. А так каждый игрок сделал то, что можно сказать, на все 100, и тем самым результат не заставил долго ждать. Тем самым голы пошли и вышли победителями этого матча и всего турнира.